Сейчас их покажем всем. Вот такие приветы прилетели сегодня в частный сектор, где находятся мирные люди, ни в чем не повинные люди, которые должны страдать от этих всех подарков. Ранило ребенка, который шел по вот этой улице. Вы можете увидеть, осколком пробило дерево и зацепило парня или девчонка. Кровь увезли. Колоссальное разрушение. Просто нет слов. Президент, ты посмотри, вот что с нами тут происходит. За что нам это все? Подходите, вот. Видно хорошо, дом поднялся. Это очень хорошо видно по снегу. Фундамент отошел от земли. Так как дом подняло и поставило. Потому что мне показалось, что стена упала. Я вот была в этой кухне.